Эдуард Олегович Шульц, пожалуйста. Наш. Спасибо. Ну, для того, чтобы как-то увязать две части доклада, я должен сказать, что и первая часть, и вторая исходят все-таки из некоторой концепции, из связи всего со всем, из того, что каждое из сложных явлений должно рассматриваться в системе. Иначе оно обречено на неуспех, потому что возникнет много вопросов, которые в эту систему не вписываются, и ответить на которые будет невозможно. Значит, ясно, что бы мы ни рассматривали, первичными являются пространство и время. Пространство в математике опирается на понятие точки. А что такое точка? Ничто. Ну, на самом деле не ничто. Это пересечение множества линий, в частности прямых, чтобы было проще. Почему множество? Ну, потому что они обязательно плоские, отсюда, отсюда, вот, да. Но дальше это не просто их пересечение, а стремление этого пересечения к минимуму. Значит, одну за другой линии вы убираете, остается минимум на две. Вот, по сути дела, две линии, пересекаясь, дают точку. Казалось бы, ну что такое, вот со школы это помню. Только что такое линия? А это совокупность точек. А что такое плоскость? А это совокупность линий. А что такое объем? А это совокупность плоскостей. Каких? Из ничего. А линия? Из ничего. Из точки. Вот в этой неопределенности строилась вся математика. И тем не менее, она математика. Она продукт логики. Что это означает? Если мы опираемся на какие-то приблизительные даже понятия, которые сегодня уточнить не можем, если мы исходим из того, что Вселенная бесконечна, вечна, это время, мы к нему вернемся, и она в постоянном взаимодействии ее частей через вещество, через поля, о которых мы тоже очень мало знаем, и это взаимодействие не стохастично, не хаотично. Оно определено. Вот если мы из таких постулатов исходим, тогда мы можем что-то строить. Если нет, значит, все остальное безнадежно. Конечно, со временем мы уже договорились с пространством. Алексей Николаевич, да, по-моему, Козырев. Николай Александрович, извините. Козырев предложил положить конец этой неопределенности и сказал, ну, вы в математике там как хотите, а в физике есть конечное пространство. Это минимальное расстояние между двумя микрочастицами, дальше которого мы сдвинуть их не можем. Вот это мы возьмем за точку. Почему не можем? Потому что если сдвинете дальше, вы получите другую частицу. Если вы отведете это две самостоятельные частицы, а вот мы свели их на минимальное расстояние, и вот его мы берем за начало отсчета расстояний. Просто замечательно. А теперь, если этому dx мы поставим в полное соответствие dt, дельта t, промежуток времени, ну вот они находятся в определенном соотношении. Какое? Это отдельный вопрос. Вот они находятся в определенном соотношении. Возьмем отношение одного к другому, дельта, вот это минимальное x к дельта t. И если это они, каждая из них не единица и не равны нулю, то мы получим некоторую константу, он ее назвал c2. И вот с этой константой по пространству времени будем двигаться, то есть какую-то точку возьмем за начало отсчета, какую-то получим потом, и все оно будет складываться из целого числа вот этих констант, их дробных частей или их целого числа. Это уже дальше, как мы будем, микросекунды, наносекунды, ну, сами понимаете, года, века и так далее. Так и здесь то же самое. Мы берем такую систему отсчета, и вот в этих элементарных вещах
будем считать. Одно не ясно. Адель-то-те, каким образом оно соединено с дельта-икс? И тут ваш слуга, я, может быть, увлекся, сопряжение уже, наверное, состоялось. Ну, я закончу. Пришел к выводу, что за минимальное дельта-т можно кое-что избрать. Например, Генеральная Ассамблея в 1967 году, по-моему, приняла, что окончательное в астрономическом времени, в эфемеридной секунде, от эфемеридной секунды, которая до 10 минус 11 степени с такой точностью измерялась, перешли к атомной секунде. И атомная секунда, вот есть совокупность промежутков, которых 9 миллиардов 192 миллиона 631 770,0, вот об этом отдельно нужно поговорить, да, соответствует тому, что мы приняли за эфемеридную секунду. Вот столько этих циклов в излучении цезия 137, вот они дают секунду. А вот промежуток между ними настолько минимальный, что его можно принимать за отсчет. Ну хорошо, вот возьмем его за начало, берем это дельта x, которое предложил Козырев, вот к этому дельта t. И вот теперь-то мы получаем численное значение, с которым мы можем двигаться по пространству времени. Все бы хорошо. Да. Можно было воспылать от гордости, какую вещь вы откопали. И оказывается, нет. Потому что все, что их сопрягает, это то, что это минимальные, хорошо измеренные величины. А как они между собой? Тогда что такое время? Мы считаем, ну время и время, о чем речь? Нет, вы скажите, что это такое? И как оно сопряжено с этим дельта-лямбда, который вы взяли в определение? Иначе вы получите неопределенность, все как бы хорошо, вы с этой постоянной... А дельта-т это что? Козырев считал, что время субстанционально. Оно принадлежит массе, веществу. И обладает энергией. И в частности, как будто бы доказывал достаточно хорошо, что энергии Солнца, которую она излучает, не хватает, излучательную способность легко измерить. Она измерялась к тому времени достаточно хорошо, помножить на общую площадь излучающей поверхности. Что ее слишком много для того, чтобы Солнце находилось в равновесии. Значит, оно что-то должно получать, что? Энергию времени, он говорил. И научная общественность этому не поверила. Тогда еще неизвестно было, да и сейчас еще не всеми принято, но принятое мною и моими коллегами, в частности, коллегой, которого нет уже в живых, и с которым мы вместе работали, вихревая компонента гравитации, обладающая энергией, ну, это составная часть гравитации. Ну, так же, как в электромагнитном поле и магнитная составляющая обладает энергией, и электрическая составляющая обладает энергией, и они вместе обладают совокупной энергией. Так и здесь тоже. Но тогда об этом ничего не было известно, а ею обмениваются тела. В частности, и Солнце получает такую энергию. И единственная ли она? Возможно, нет. Надо исходить из того, что мы знаем лишь малую часть того, на что мы опираемся, из того, что может быть. Ну, теперь ко времени. Значит, не субстанциональная эта часть, и совсем не обязательно ей обладать энергией. Часть массы, часть тела, часть вещества. А что же бы это такое? А это свойство передаваемой свободной энергии. Вот есть потенциальная энергия, никуда не передается никакому телу, она внутри тела. А по каким-то обстоятельствам взаимодействия этого тела с другим,
высвобождается некоторое количество энергии. И вот количественную характеристику энергии мы давно и очень хорошо, потому что от этого очень много зависит. Вот. Молотите вы зерно, спахиваете ли пашню, поднимаете ли какой-то груз кверху, наоборот, падает вниз, и тогда прочность зданий и так далее и тому подобное. Количество энергии, работает ли она измеряется теплотой, неважно. Вы хорошо измеряете, есть разные единицы, вы их сопоставили между собой, все достаточно хорошо известно, количество передаваемой энергии достаточно хорошо измеряется. Но ведь она и качеством обладает. Ну, я приводил в одном из выступлений, что в одной и той же среде энергия от одного и того же импульса передается с разной скоростью. Ну, гром и молния. Но мне, правда, сказали, молния, она сама занимает какое-то время, вот она там сколько-то длится. Ну, хорошо, мы ее увидели с торца. Потому что или отбросим молнию, взрыв со вспышкой, бах, и нету. Вспышку увидели, а вот это самое бах приходит через некоторое время. Почему? Потому что разные способы передачи свободной энергии от одного и того же обстоятельства. А если взять еще во внимание и вихревую компоненту гравитации, то еще и третий источник есть. И он приходит со своей скоростью. А один ли он, может быть, есть другие? Возможно. Но пока мы знаем эти. Вот, вот это самое бах, или что это такое? Это упругие колебания в воздушной среде. А могут быть водные, это тогда будут еще другие, ну и так далее. Короче говоря, со своей скоростью мы сейчас не можем говорить, потому что понятие скорость входит в время. Значит, они вот с этим своим свойством не одинаково приходят к наблюдателю. Если что-то зависит от наблюдателя, это отдельный вопрос, поставим туда электронный воспринимающий прибор, а наблюдатель вот там, где-то в стороне. Он приходит и видит записи. Вот и все. И по этим записям видит, что да, вот это вот самое, которое мы не знаем, неодновременно достигло наблюдателя. И вот это самое мы и называем временем. Вот что это такое. Единственное ли это свойство, что оно в разных средах по-разному приходит к наблюдателю? Или еще есть какие-то? Возможно, есть еще какие-то. Потому что, может быть, пространство просто вакуум. Да? Ну и что тогда? Не происходит так, чтобы энергия пришла, а время еще не пришло. Или пришло время, а событие еще не пришло. Такого не бывает. Даже если объект очень далеко, взорвалась звезда на огромном количестве световых лет. И для нас этого факта не существует. Сигнал к нам не пришел. Но если он пришел, то это сигнал вместе со временем пришел, а не без него. Время не управляет процессами. Процессы происходят так, что они вместе со временем, количественно, во-первых, они разные. И вот этим свойством они тоже разные. Потому что одна энергия приходит так, а другая совсем по-другому, у нее другое свойство. Вот если из этого исходить, тогда мы можем взять некоторую линию в спектре излучения в свете, зеленую, например. И в этой линии частота тесно связана с длиной волны. Вот здесь уже связь. Не просто какие-то две, а это минимальное и это минимальное. Мы их нет. Это взаимно обусловленные вещи. Длина волны и частота процесса – взаимосвязанные вещи. И тогда вот если мы берем А каждую из них можем измерить вот теми минимумами, о которых мы говорили. Минимумом пространства и минимумом времени, которое на сегодня измеряется с точностью до 10 минус 13 секунд. Атомное время. Пока точнее нет. Значит, вот эти две вещи, о которых я говорил, мы точно измерили.
Теперь берем их отношения, что мы получаем? Мы получаем численную, действительно реальную, на сегодня определимую константу пространства-времени. Не просто пространство и не просто времени, а пространство-времени. И тогда отпадает в специальная теория относительности необходимость выбора четвертой координаты, определения линий, опровержение этой теории, построение в квантовой механике и так далее и тому подобное, потому что вы получаете другую ступень в логических построениях. А математика – часть логики. Она вот имеет некоторые определенные из опыта, определенные всем опытом нашей жизни и просто из эксперимента. Да? Некоторые вещи мы их назовем консервативной составляющей сложной системы. Наука – сложная система. И всякая сложная – это мой постулат. Всякая сложная система, тогда у нее много аспектов устойчивости, но она тогда устойчива наряду с другими признаками, если она дихотомична. Если в ней что-нибудь одно, она неустойчива. Если власть у вас из одного хаоса, каждый, что хочет, то и делает, власти не будет, общество распадается. Сложная система общества немедленно деградирует до частных лиц, которые состоят в войне с друг другом и только во взаимодействии с природой. Лук, стрела, в лучшем случае лопата, чтобы что-нибудь посадить или крышки пособирать. Вот участь тех, кто выбывает из этого взаимодействия. Это если хаос. А если у вас диктатура, и вам не пикнуть, и вы живое учение, марксизм, которое, конечно, допускало ошибки, а какая наука их не допускает? Вы его обращаете в Библию и не смеет ни одной запятой поправить. Надзор следит строго, не так, пошел в тюрьму. Я, будучи студентом на первом курсе, предложил создать дискуссионный клуб, куда включили бы и преподавателей, и где мы могли бы обсуждать вопросы, которые нам не совсем ясны в их лекциях, ну вот так, как-то непроизвольно. Чем кончилось? Это были советские времена. Меня вызвали в некоторый комитет, где сказали, будешь учиться, чтобы мы тебя больше не слышали. А я был член комитета всего университета. Так вот, чтобы не возникал... Ну, это моими словами говорю, все это по-другому, потому что официальный бланк допроса с подписями, с печатями и так далее. Но смысл такой, вякнешь, выкинем, а может и посадим. А нет, вот сиди и учись, хватит вам комсомольских собраний, вот там обсуждайте. Видали, как сильно изменилась жизнь за это время? Сейчас умоляют, придите, подискутируйте, обсудить вопросы. А тогда нет. Тогда это было совершенно невозможно. Значит, грядет перспектива исследования вот той догадки, о которой я говорил. Может быть, она несправедлива, и мне докажут, что я не прав. И тогда это намного изменит взгляды, в том числе, совершенно, конечно, справедливые во многих аспектах квантовой механики. Конечно, безусловно, справедливые математики во многих аспектах, теории рядов и так далее и тому подобное. Да? Но какие-то вещи, видимо, будут уточнены. Вот так и развивается наука. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Там, где его нет, логика строит все, что угодно, любые фантазии. В том числе совершенно невероятные, что без всякого изменения энергии мгновенно частица, пусть и малой массы, но с такой колоссальной скоростью, поделите на огромное число, мгновенно переходит в другое состояние, и никакого ни притока, ни избытка энергии нет. А потом мгновенно переходит в новое состояние, и вот уж в этом состоянии все вычисляется, как мы привыкли. И импульсы, и координаты, и так далее. Ну, с некоторой неопределенностью, ну и что? И неопределенности не будет. И состояния будут не нужны, потому что появляется другой механизм описания этих явлений.
Ну, что касается науки, то поскольку большинство здесь представителей науки, неподробно говорить, наверное, не стоит. Ну, в ФЭС наука, как вы знаете, определяется как отрасль деятельности социума, ну, людей, человека, состоящая в приобретении знаний, в их теоретическом синтезе, оформлении и в использовании. И прежде, как вы знаете, на заре, ну, конечно, не в те времена, когда человек умел считать только до четырех, ворона умеет считать до четырех, как выяснилось из точного эксперимента. До девяти. Знаете его, да? До девяти. И да, нет, ну, мыслящие животные, наверное, может... До девяти, вы говорите? Да. То, что я знаю, до четырех. Астроном увидел, что на его наблюдательной башне ворона свела гнездо и решил ее поймать. Спрятался, да, и он вошел, ворона улетела, он спрятался, ворона не подлетает. Ну, это ж астрофизик, он прекрасно понимает, как ворону обмануть. Вошли вдвоем, показались, ворона улетела, вот они вдвоем, один ушел, а другой остался. Не подлетела ворона, пока не ушел второй. Так третий, и то же самое. Так четвертый, и то же самое. Вот на пятом промахнулась ворона, ее поймали. Значит, до пяти умеет считать. Ну и таких экспериментов проделало было много. С детьми, с щенками там, и так далее. То есть животные могут считать. Так вот, когда люди только-только научились считать до четырех, а как дальше? А дальше много. Четыре – это вот прямо так, без всяких слов. Вот. Да? Вот так. То есть, логические вещи, которые мы сейчас определяем словами, мы догадываемся, что в другом языке это другие слова, а у немых это просто жесты, и они тоже понимают то же самое, что мы с помощью слов. А животные вообще без слов. Но и обладают интуицией, приходят к людям, это тоже хорошо известно, когда у них ситуация такая, что вот люди их вообще-то обижают, стреляют и так далее, приходят к людям получить спасение от беды, которую они сами решить не могут. Интуиция. Значит, им свойственно предмышление, так мы скажем. Инстинкты свойственны всем и нам тоже. Ну вот еще и вот такое некоторое свойство. У некоторых больше, у других меньше. Это как везде. Таким образом, науке предстоит решить очень многое и прежде всего основу основ проблему времени и пространства. Тогда многие надуманные вещи, высказанные безусловно гениальными учеными. Но когда это было, наука не стоит на месте. Наука развивается с ускорением. Это Энгельс еще заметил. Но он заметил это сугубо гуманитарно, ну, может быть, опираясь на статистику. Ваш покорный слуга доказал это точно, точными методами, опираясь на принцип Лагранжа Мапертии, принцип минимума действия. Вы скажете, ну как же так, это же для мертвой природы. Вот был выдвинут постулат, что законы мертвой природы справедливы для природы живой, в том числе принцип Лагранжа. И на его, на этом принципе было выведено два социальных закона. Закон ускорения времени, социального, и закон гармонизации. Вы скажете, ну... Какая гармонизация? Войны, вот называют третье, может, вообще всему конец. А вы о какой-то гармонии. На самом деле это так. Если вы посмотрите по истории, то увидите, что это так. И если вы реально оцените стоящую перед нами перспективу, то вы увидите, что выход только в том, чтобы на смену существующему обществу построить гармоническое общество. Другого нет. Если вы научно, обоснованно докажете всему населению, как новое мировоззрение. Правда, времени осталось совсем немного. По предсказанию ученых, футурологов. Тут надо
о науке несколько слов сказать. Наука прежде была достоянием одиночек, философов, мыслителей. Ну, Аристотель, Платон и так далее. И они, поскольку все было неизвестно, угадывали, догадывались об очень важных вещах, которые и до сих пор подчиняются обсуждению, уточнению и так далее. Да? Это преимущественно фантазии, догадки, одиночек, хотя при них создавались школы, были их ученики, их последователи или опровергатели. Затем наука становилась все более и более обобщенной. То есть научные коллективы, новые прорывные идеи доводили до логического конца и математики, и физики, и химики, и так далее, и тому подобное. И теперь наука, конечно, коллективная, коллективный фактор. И кроме того, она не просто фактор, институт для накопления и обобщения знаний, она постепенно превратилась, ну это еще и Маркс на это обращал внимание уже в те времена, превратилась в, ну если не в экономический, то во всяком случае в производственный институт наука, не только накопитель знаний, но и производственный фактор. И все наши достижения, паровозы, двигатели внутреннего сгорания, самолеты и так далее и тому подобное, это ее детище. Это потом инженерами доведенные до железа. Но идеи обосновывала и давала наука, и опираясь на них, можно было действительно кое-что получать. Но я не говорю о других вещах. Значит, частные науки, каждая делает свою часть, обобщенная наука выводит нечто целое, философия как обобщение всего общего, наука над наукой. Есть ли перспектива у науки, есть ли будущее? Поскольку наука часть общества, как мы сказали, встроенная в него, встроенная даже в экономическом, научно-техническом, в экономическом смысле, то глобальный кризис, который переживаем все мы, в большевистские времена, правда, говорили, я не хочу называть их даже советскими, потому что от советского они были очень далеки в своих заблуждениях, и в корыстных в том числе. Ну вот, большевистские заблуждения, и многие ученые их повторяли, и вы хорошо это помните. А это у них там, у буржуев, у них, да, у них так будет, а у нас не будет. Кризис-то мировой, мало ли что мировой, а у нас не будет. Вот и весь разговор. Сугубо гуманитарный. Там числовые расчеты, точные числа, другое дело, насколько они приблизительны. Но с каждым разом они становились все точнее, а срок все больше сближался к нашим временам. Пора кончать? Да нет, еще. Если в докладах Римскому клубу, ну Форестер, один из первых докладчиков, изобретатель компьютера, кстати, да, вот он создал некоторую программу, конечно, очень приближенную, и на очень небыстро действующем компьютере сумел сделать расчеты и получил печальный результат, который относился бы к 70-му году этого столетия. Вот там та самая точка бифуркации, о которой я говорил, дальше которой неизвестно как считать, и она может кончиться довольно плохо. Кризисом для человечества, в том числе апокалипсисом, если хотите. Так вот, дальнейшие расчеты такого рода, Мисарович, Пестель, ряд других не буду называть, они у вас все хорошо известны, сближали этот срок. И тогда некоторые наши исследователи оттуда, по инерции советских времен, говорят, это купленные люди, что там говорить, вот 300 миллиардеров есть, вот они им заплатили, и те, значит, говорят все эти, вот золотой миллиард, а на самом деле не один, а оказывается 10 могут существовать, и ничего не произойдет. Вы-то откуда это взяли, что 10?
Они посчитали и говорят, вы не согласны с этим расчетом? Предъявите свой, новый, более точный, мы посмотрим, и может быть, с ним согласимся. Но вы же ничего не предъявляете. Не может и все тут. Почему? А потому. А вот 10 может. Вы когда 10 берете и что-то считаете, вы из чего исходите? Вот атмосфера не испаскужена. Вот вода, она такая, как должна была бы быть. Вот земля такая, как должна бы быть. Вот леса и прочее, они такие нетронутые, и вот теперь здесь 10 миллиардов. Может быть. Но вы исходите из того, что есть. А как же быть с остальными? Начинаются поиски, взаимная грызня, все кругом враги, все хотят нас уничтожить. Не только нас, остальные примерно так, такого же, американцы. Кто их хочет? Русские, конечно. Россия, то есть. Это движение к концу, к апокалипсису. Тем более с ядерным оружием. В 1955 году, вы помните, манифест Эйнштейна-Рассела, да, предлагал ни в коем случае не начинать Третью мировую войну, это после 1955 год, после Второй мировой войны, поскольку атомное оружие и не, война не может кончиться иначе, чем атомная. Гитлер, если бы ему вовремя эту бомбу сделали, и когда занимали Берлин, он же от нее отказался бы, все равно погибать, ну так и вместе с вами. Не отказался бы, и так будет со всеми остальными. Если вы дальше подливаете масло в огонь, если находятся люди, которые в собственных интересах, чтобы переизбраться, например, чтобы получать какие-то дивиденды, чтобы получать какие-то подачки от этих дивидендов, насаждают вам идеологию вражды и необходимость уничтожения одного другим, в основу всего нужно положить противоположную идеологию. Кстати, об идеологии. После крушения советской идеологии не нужно никакой. Ложь. Идеология нужна. Это общая вера всех людей, у одних больше, у других меньше, консолидирующая их в общество. Иначе это разобщенные люди, в которых каждый сам по себе. И хотя хаоса нет, а есть насилие, скажем, какое-то правительство, скажем, это все равно разобщенное общество. Объединенные идеологией той же веры, например, у верующих. Вот входит в церковь, себя крестным знаменем осеняют. Они верят, и это их объединяет. Идеология необходима. Какая? Вот она такая, что мы все граждане одного мира, он есть земля. А, вы скажете, глобализация. И по поводу глобализации в научном мире идет дискуссия. Одни говорят, так это же вот этим самым буржуям нужно. Кстати, вот буржуям, оказывается, нужен был золотой миллиард, а 10 это для них неприемлемо. С чего бы вдруг? Ведь если они с каждого немного стригут, то с 10 больше, чем с одного. Зачем им этот один, если 10 можно? Это все лживые вещи, недоказуемые. Поэтому они подлежат, если говорить о будущем науки, они подлежат пересчету, пересмотру и так далее, наряду с тем, что будет пересматриваться время, будет пересматриваться идеология времени и пространства, будет пространство. Какие из наук будут развиваться прежде всего, если сейчас наука вместе с обществом в глубоком кризисе? Где современные Эйнштейны, где современные Королёвы, где из другой части, скажем, современные Чайковские, Рахманиновы и так далее? Нет? Илон Маск. Кто? Илон Маск, современный Королёв. Ну, миллиардер, да, который вот воодушевился освоением космоса, тратит свои деньги. Слава Богу, пусть тратит. Потратьте вы, наши миллиардеры, которые даром получили, ну, на развале, развалилась система, но вы их даром получили. Но уже время прошло, вы воспользовались этими миллиардами. Ну, вложите в полезное дело для развития IT-технологий. Сколько вы попробовали, что-то Япония не получается. И даже Соединенные Штаты не получается. И даже Китай не получается. Жадность. Вы эти дроны у Пакистана покупаете.
Вы это сделать не можете. Что это такое? Ну, не важно. Одним словом, будущее состоит в том, что должно, и эта наука должна доказать, состоит в том, что глобализация совершенно необходимый процесс, она, если не умрем до этого, она состоится все равно. Почему? Потому что это закон природы. И она свое дело сделает. Ну, либо вы все будете уничтожены, либо она проведет его. Глобализация экономики произошла, глобализация связи, транспорта, логистика мировая произошла, глобализация науки, мировые конференции и так далее произошла, глобализация культуры произошла, глобализация политики, все эти ООН, международные общения, переговоры и так далее произошла. Значит, нужно углублять этот процесс. Почему? Я говорил, это закон природы. А с чего вы взяли, что это закон природы? Пожалуйста, давайте вместе с вами определим. В природе есть принцип минимума действия. Это раз, и он здесь действует. Порассуждайте, поймете, что это так. В природе есть еще закон, и эти два закона действуют вместе. В чем он состоит? Он состоит в том, что более сложная система, состоящая из большего числа элементов, имеет перевес в разы, во много раз, в сравнении с просто суммой этого же качества по отдельным элементам. Значит, если вы имеете N элементов, 4 миллиарда населения, с некоторой средней производительностью, то вот вы эту среднюю производительность поскладываете, получили некоторую сумму, а потом смотрите, что делает система. Ну, тот же евро. Союз, скажем, или бывший СССР хотя бы. И вы увидите, что для такого же количества людей, как в СССР, скажем, производительность во много раз выше, чем у людей разрозненных, у людей, которые с луком и стрелой до сих пор еще в долине Амазонки охотятся на животных. Есть еще и такие, и вам легко сравнивать. Правда, квантовый компьютер выпадает из этой логики. Что-что? Технология квантового компьютера выпадает из этой вашей логики. Мало элементов квантового компьютера перекрывает бесконечно секстиллион элементов классического компьютера. Достаточно 100 элементов квантового компьютера. Это уже переход дискуссии. Дискуссия, вы потом опровергнете меня в дискуссии, да. Если получится. Эдуард Олегович, осталось 3 минутки, поэтому уже... Да, так относительно будущего науки. Конечно, сейчас она в депрессии, конечно, сейчас регресс. Но на месте ничего не стоит. Либо будет дальше регрессировать до полного развала, и мы с луком и стрелой пойдем в лес, если останемся живы. Либо наступит прогресс, где в первую очередь. Так сложилась жизнь. В первую очередь будут развиваться закрытые науки. Они сейчас есть. И очень даже благополучно развиваются. Ну, вы знаете, о чем идет речь. Биологическая, скажем, лаборатории с биологическим оружием были быстренько распределены на Украине, и это из официальной печати. Из неофициальной печати вот тот самый ковид нечаянно распространился из китайской лаборатории. Ну, может быть, это и не так. Но, тем не менее, несмотря на запрет, бактериологическое оружие живет, развивается и будет еще развиваться долго и, наверное, с не меньшим ускорением. Ускорение в науке определил еще Энгельс. Ускорение в социуме, а наука встроенная в социум элемент, ваш слуга покорный, опираясь на метод Лагранжа. Я относился к этому очень осторожно, потому что понимал, ну, законы для костной природы распространять на живое, это рискованное дело. Но после меня, через 7 лет, по-моему, американцы оба из России, Бадалан и Криворотов в 80-е годы, я определил это в 70-е, примерно на 10 лет с разницей, опираясь на тот же самый принцип Лагранжа, Мапертии, исследуя финансово-демографические отношения, распределение финансов в демографии,
открыли законы, аналогичные трем законам Ньютона. Как вам это? Три закона, аналогичные законам Ньютона. Капица с коллегами, Сергей Петрович Капица, с коллегами в книжке, там где-то, ну, не специально, между строк, что говорится, определил, что общество можно было бы управлять, опираясь на закон, аналогичный закону, закон для реальных газов, так память вылетела. Что вот можно было бы, опираясь на этот закон, управлять обществом. О чем это говорит? Что социальная наука огромными шагами движется вперед. Что нужно сделать? Развивать эти направления. И что дальше? И опираясь на них, а не на метод проб и ошибок, где тратится огромное количество энергии впустую. Да? Опираясь на эти законы, показать всему человечеству. Либо вот, опираясь на них, мы в короткий оставшийся нам срок сделаем общество более гармоничным, либо общий капут. Общая угроза для человечества в разы увеличивает его консолидация. В разы. При том, что еще есть ускорение развития, ну, ускорение социального времени, ускорение развития этого общества. И этого мало. Что нужно еще? Наука, объединившая много частных наук, коллективная наука, должна показать, что глобализация необходима, вы ее все равно не избежите, и к ней надо стремиться, это раз. Родина очень хорошо, патриотизм просто замечательный, то место, где вы родились, вы его любите, и слава Богу. Язык, на котором вы говорите, и слава Богу, но должен быть общий, единственный для всех. Да? Вот я родился в Осинтуках, меня оттуда в грудном возрасте увезли, я в них больше никогда не был. Это моя родина, это моя родина. Я к ней как-то привязан, но у меня вот такого отношения, что вот это мое место, которое я очень люблю, и так я его больше не видел никогда. Его нет. Значит, понятие родины – ненадуманная вещь, но оно твое собственное, ты с ним и живи. Твой язык – это ненадуманная вещь, но ты с ним и живи, но знай общий. Общее управление – ненадуманная вещь, потому что без этого будет хаос в международных отношениях. Субета, академик, у меня целый список его должностей и названий, он ректор. Он не академик, он только доктор. Нет, ошибаешься. Уже академик? Академик, да. Ну, только не академия наук. Не академия наук. Естественные науки там. Даже не район, но там есть. Не район, да. Психологические. Академик, кроме того, профессор Кембриджского университета, такого, неважно. Заслуженный человек. Пришел к выводу. Заслуженный, нет. Какой заслуженный? Он хорошо пишущий, и все. Ну, не будем давать нам свистика. Ну, считается, у нас сейчас вторым донатом. На самом деле вы ошибаетесь. Давайте докладчику закончить уже регламент, к тому же. У меня есть написанное им письмо в поддержку решения 15 тысяч ученых, которые поддержали Поволжское движение, которые подтвердили манифест Рассела Эйнштейна, где было сказано, если война, то вам общий капут. Значит, либо не воюете, либо, значит, знаете, чем кончится. Так вот, они это подтвердили, уже опираясь на новые исследования. 15 тысяч человек. А Субета написал письмо руководителю этой организации. И письмо, я должен сказать, я думал, что я один из немногих, кто это задумался, 15 тысяч человек подписали те же самые мысли. Да? И мой доклад сегодняшний апеллирует как раз к тому, что к этим 15 тысячам добавится 5, 9, 7, 10 человек, и вы через них всем остальным скажете, что либо, ребята, мы будем жить по этим правилам, либо никак. Необходимость глобализации, я думаю, я доказал. И это вопрос, по которому идет дискуссия. Пойдите, скажите теперешним властям, что глобализация в
тюрьму. Но это не та глобализация, о которой мечтает Америка, что вот она первая страна в мире по, ну и по многим параметрам. И поэтому вот она должна всем управлять. Ничего подобного. Это глобализация, которая опирается на новую идеологию, на широчайшую демократию, Субета назвал ее социологическим, социологической ноосферы, вслед за Вернадским. Социологической ноосферы, вот такая, такой должен быть фронт, такой должна быть форма, и ее должна обосновать не дорожную карту, это сделает правительство и так далее, а общий вектор ее должна обосновать наука, философия в частности. Спасибо за внимание. Вы упомянули Гитлера, что он не употребил ядерное оружие, потому только по той причине, что у него его не было, ядерного оружия. Но ведь у Сталина и у Гитлера, и у Сталина, и у Гитлера, и у Черчилля было бактериологическое оружие, и химическое оружие. Тем не менее, воюющие страны, как бы туго им ни приходилось в той войне, не применяли химическое оружие, не бактериологическое. Чем это можно объяснить? Я не военный человек и не политолог, но я думаю, что объяснил бы это так же, как и вы. Потому что это так же, как и атомное оружие. Многостороннее. Вы здесь распространили, а в Москве ощутите. Вот так. То есть оно вас не спросит, куда дальше распространяться. И первый, Даже газ более локальный, газ по окопам пустили, там, скажем, он здесь что-то, ну, куда-то распространился, вот ослепли, вот умерли. А это распространится по всему миру. Так что вы здесь выпустили и сами не спасетесь. Никакой бункер вас от этого не спасет. Это мое впечатление. Может, я ошибаюсь? Да, пожалуйста. У меня такой вопрос простой. А почему нельзя, вот, когда вы говорили о кванте времени, использовать квант расстояния, который определен, понятно как, деленное на скорость света. С физической точки зрения появляется естественный временной квант. Причем с информационной точки зрения, поскольку передача информации быстрее не может быть, то и время внутри этого кванта не может быть, не имеет смысла. Планковский, вы говорите о Планковском, да? Ну, такой вопрос непростой на самом деле, обсудим за чашкой чая, я не готов на него ответить. Понятно, понятно. Ну, в принципе, надо это иметь в виду. Кто бы спорил? И еще один момент. Почему, вот сказали по поводу животных, предмышление? Вообще, в соответствии со Спинозой, мышление – атрибут материи. Даже у стола есть мышление. Он может подогнуть ножку в самый ненужный момент. Но это отдельный вопрос, понятно уровень. Нет, я готов на него ответить. До тех пор, пока вы не получили надежные основания, логика допускает любые фантазии. И вы упираетесь в совершенно несусветные вещи. Пример. Апорию Зенону. 2300 лет, ну будем считать 2500 лет тому назад существовали. Никто, гениальный Гегель, ничего не добавил, кроме трех вот своих постулатов для логики. Наш одноклубник, философ, математик Губанов Рюрик Григорьевич ввел четвертый постулат. Сравнение опоры Зенона были решены логическим путем, без вмешательства Козырева, Шульца и Орешникова. Логическим путем опоры и Зенона 2500 лет спустя были решены. Но вы посмотрите, как медленно развивается логика, как медленно развивается сознание. И пока оно не получило новую опору и может двигаться дальше, фантазии будут рисовать мгновенные переходы из одного состояния в другое. Не буду повторять. Максим Григорьевич. Эдуард Олегович, спасибо вам за замечательный доклад. Я, конечно, бы добавил к вопросу Владимира Вячеславовича. Давайте, убивайте вместе. Нет, я о планковском времени. Почему вы все-таки не отталкиваетесь от планковской длины и планковского времени? Уж если на то пошло.
Это первый вопрос. А второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашей математической формуле, которая определяет напряженность в обществе, которую можно использовать для того, чтобы, так сказать, вот, прогнозировать будущие события. Ну да. Когда я из-за соотношения Лагранжа вывел два закона социальных, у меня возник этот вопрос. Он, на самом деле, возник он еще и раньше. На конференции в университете, в котором я работал, была конференция, я подготовил к нему доклад, и его отдали на рецензию профессору Юрьеву, я не знаю, жив ли он до сих пор. И Юрьев написал, ну, до некоторой степени саркастический такой вывод, что вот если автору удастся, это к вашему вопросу, вступление небольшое, удастся ответить на вопросы, которые он поставил, нужно писать новую Библию. Как я был счастлив. Ну, новую Библию, значит, я-то был уверен, что эти ответы найти можно. А потом, спустя некоторое время, вспомнив мой визит в КГБ только за дискуссионный клуб, я понял, к чему приведут эти новые утверждения. И затих. Но оказалось, что я был на правильном пути, потому что другие исследователи, опираясь на тот же самый метод, опираясь на то, что эти законы и в социальной среде тоже выполняют, другое дело, что у меня есть свои собственные, которые вне социальной, может быть, не существуют. Мы пока этого не доказали. Хотя предполагают, что и стол тоже думает. Может быть, но где доказательства? Так вот, я поостерегся с этим, а теперь вижу, что я попал в цель, и что Капицу, вот теперь уже сравнительно недавно со своими коллегами, показал, что закон для реального газа может управлять обществом. Реальный газ, мертвая среда, а его закон годится для управления живой средой. Теперь вы сказали, почему? А, насчет социальной напряженности, да. Я подумал, а как же так, вот гармоническое общество, а как же оно будет развиваться? Все, что стабильно, умрет. Так устроена природа. Никуда вы от этого не денетесь. И это означает, что социальная напряженность должна существовать. Но у нее должен быть разумный предел. Это означает, что если сверх предела, коллизии, революции, гражданская война, конец света. Если менее того, застой. И это означает тоже большие неприятности, распад общества, разлад, прекращение развития культуры, науки, науки в том числе. И это означает, что должно быть какое-то постепенное приближение к чему? К золотому сечению. Вот граница, к которой мы постепенно, как мне кажется, будем продвигаться по части гармонизации общества. Да. Еще какие-нибудь вопросы? Ну, у меня есть один маленький вопрос. А вот вы говорили, Эдуард Олегович, что я так понял, во всяком случае, может, я что-то недопонял. Вот что время и пространство, вы говорили о сопряжении, да, и через частоту и длину волны вы так сопрягли, да? Вот, но если, значит, через частоту и длину волны, ну, и вы потом распространяете это на все остальное, да, то есть получается, что поле... То есть, если я получаю константу, то ну, вот я с этой константой вы потом, ну, вы строю как... из нее единицы и... Да, у вас основной это постулат получается. Ну, то есть, значит, как бы поле – это основа как бы всего, иначе бы мы просто не могли бы тогда... И с полем связано все остальное, иначе мы не могли бы просто распространить тогда бы эту единицу. Но вот некоторые утверждают, что как бы и поля-то самого нету, а есть только частицы. Вот как вы все это можете? Я исхожу из того, что Вселенная вечная и бесконечная, я уже об этом говорил, и что наше познание в ней микроскопические, в том числе... Психику, логику мы понимаем очень приближенно, и может быть хуже, чем все остальное, чем пространство и время.
Да? Логика очень трудная вещь. Если кто-то сказал, вот я не могу, Бехтерёв, не могу найти тот центр, где логика сосредоточена. Да она не в центре сосредоточена, она распределена по всему мозгу, как в компьютере, да, от одной программы к другой, переходы и так далее, и компьютер весь работает, если он работает от какой-то задачи. Так и здесь мозг работает весь, и вы не найдете там никакого центра. Что касается души, которая смотрит над умершим, по-моему, это нуждается в экспериментальных доказательствах, в еще больших и, скажем, более очевидных для непосвященного в проблему человека. Вот говорят, вот сфотографировано, вот я не знаю, что еще сделано, и это факт, и тогда этому придется поверить и понять, почему это происходит. Сейчас мы многого не понимаем, в том числе и этого. Но вы понимаете? Против этого не возражало. А? Бехтерева против этого не возражало. Я с ней разговаривал, лицом т.т. И она что? Она вот как раз признавала эти идеи. Которые? Она готова была их принять. А, ну так в чем дело? Ну так она их и принимала на них. Вот видите. Ну это было, правда, уже лет 25 назад. Предвидение ученого. Да, пожалуйста. Соотношение Лагранжа, какое оно у тебя? Это интеграл LDT, где, ну или HDT, где H – свободная энергия, DT – время. Интеграл по времени. Да. Еще вопросы какие-то есть? Да, пожалуйста. Вы как говорили о свободной энергии, а вот на ваш взгляд, ну какое функция, назначение свободной энергии? Вот о свободной энергии, о которой вы говорили. Да. Вот и принцип свободной энергии, что любая саморганизующаяся система, находящаяся в состоянии равновесия, она минимизирует свободную энергию. То есть, ну, противостоит тенденции к беспорядку, к разрушению. Вот на ваш взгляд, функция свободной энергии. Вот в чем она значение? Как принято в физике, я не знаю, как вы это воспринимаете, свободная энергия – это переход потенциальной энергии в состояние, в котором происходит взаимодействие одного тела с другим. Вот свободная энергия выделилась, ну, по какой причине – отдельная тема, и вот ею вы обменялись, вот это вещество или вот это поле, вот с этим веществом или с этим полем. Что такое поле, вы спрашивали? До сих пор не совсем понятный вопрос. Но материалисты не хотят это связывать с Господом Богом и говорят, это и не хотят связывать с эфиром некоторые, а некоторые связывают. Некоторые говорят, так это в эфире передача. А что такое эфир? Ну это вот так, как точка в математике. Да? Физики просто говорят, вот среда, мы видим, что это среда, которая без ничего передает взаимодействие. В вакууме, например. Какая она именно? Пытаются построить, и, видимо, в этом прогресс этой науки, пытаются построить общую теорию поля. Вот оттуда, может быть, просветится, что это такое. Потому что все поля взаимодействуют, это ясно. Вот ваш покорный слуга ввел поле жизни. Ну еще есть принцип Дебройля, где есть же принцип Дебройля, где частица и поле есть одно и то же. Да, в том числе. То есть каждая частица имеет массу. Что? В том числе фотон, который не имеет массы, но солнцем искривляется, значит масса какая-то. Ну да, да, да. Ну кто бы спорил. Пока что это проблема. Все, вопросов нет. Да, спасибо, Дед.